Значит, мое личное мнение. Нужно, как минимум, первый шаг создать из пилотов государственный русский летный корпус. Все пилоты должны быть выведены из частной авиакомпании, войти в ведение государственного летного русского летного корпуса. Ну, как национал-социалистический летный корпус был в Германии, да, сначала. Они должны получить государственную зарплату, государственное страхование, государственные пенсии, государственную систему подготовки не только на тренажерах, но и на реальных самолетах, реактивных, турбовинтовых. Дальше, если компании их привлекают на работу, пусть они еще доплачивают, но летчики, что называется, там выдерживаются их графики, они отдыхают, их не гоняют на износ. Мало того, их постоянно собирают на переподготовку, у них свои звания, так сказать, шнуры, отличия, просят они растут по государственной линии, потому что они резерв, это национальная элита, это резерв, кстати, вооруженных сил на случай войны летчики. То есть летчики выводятся. Все. Чтобы эти маленькие живопырки компании, Татарстаны, Курские Соловьи, там, Алкаши, авиалинии там, Кубани, Дона там, и прочее, не гоняли их на износ, не сажали за, так сказать, за ручку управления, сейчас же ручки, а не штурвалы, людей, переученных из бортинженеров или штурманов. Дальше, следующий шаг, совместить создание русского летного корпуса с созданием специального корпуса, вот по 100, пусть государство не стадионы в Сочи, не футбол, профинансирует мне производство 100, там, Ил-96, Ту-334 и всех перспективных марок. Пусть они без пассажиров летают учебно над страной, как Чкалов летал, летчиков нужно натаскивать молодых на, так сказать, на реальных самолетах. Ну и пусть заодно и западные изучают, чтобы знали технику и враг, так сказать, вражескую. Вот, потому что потом эти сохраним производство, и потом будем замещать подержанные аэробусы и Боинги. Они подержанные, мне давно об этом говорили. Своими новыми самолетами русские без своей авиации. Это не великая страна. Я помню плакат Советского Союза. Над советской землей должны летать советские самолеты. С советскими же летчиками. Я просто перемену. Над русской землей должны летать русские самолеты. Великолепно. А плакат можно оставить тоже, кстати говоря. Вот это сделаем. И следующий шаг я бы сделал бы так. Я бы принудительно создал как минимум две огромные государственные компании. Масштабом сравнимый с советским Аэрофлотом. Ну, пусть они конкурируют. Ну, как в Китае, две авиастроительных корпорации государственные. При Сталине никто не сливал все авиационные, например, конструкторские бюро в одну, была конкуренция. Вот пусть будут две крупные государственные компании, где дело безопасности и подготовки будет поставлено на высочайший уровень. Вот что я сделаю. А до этого будут говорить, укрупнять, мне всегда это Медведевское. Упал Як-42. Да Як-42 еще 30 лет мог летать. У тебя Боинги падают, ты, может, их тоже запретишь, чтобы Боинги летали? Вот что надо делать, а не сейчас греметь, так сказать, пустопорожными популистскими словесами. Но начинать с русского летного корпуса.